Привет, мои добрые, милые люди. Сейчас я вам покажу, что можно в Украине купить на 2000 гривен. Сумма довольно-таки немаленькая. Надо сказать, что у некоторых пенсионеров пенсия ниже, чем 2000. Вот мы и посмотрим, что можно купить на 2000. Что, по крайней мере, я купила. Значит, показываю. Такой купила корм. Ой, корм. Песок. Если у вас два кота, каждому коту по песку. Они же должны вас куда-то писать и какать. И кушать песок. Ну, кушать песок-то они не будут. Значит, это первая необходимость, правильно? Есть такое. Значит, дальше. Что-то должен ваш кот или кошка. А если у вас есть и кот, и кошка, то закушать. Вот. А что тут? Купили такой роял канин. Ну, это намного хватит. Ну, на сколько, Лариса, это хватит? На 3 недели хватает. На 3 недели им вдвоем хватит покушать. В общем, это сюда. Потом купили им еще вот такой вот барс. Купили, знаете, от блох. И бони, и ромашки, потому что еще по весне надо будет такие, ну вот купили такие ампулы тоже. Мед купили, но это уже себе. Вот 50 гривен такая баночка меда. Приобрели. Ну и вы знаете, что у меня вот, есть собачка на улице, волчонок. И вот волчонку купили, значит, корма тоже. Дешевый корм по 35 гривен, да? Вот купили ему тоже корма. Я не знаю, сколько Лариса тут покупала. 2 килограмма, но волчонку еще кашу ж дают. Это ну волчонок, да, волчонок не кушает каждый день. Вот, это вот все. Это животным. Теперь покажу вам, что купила. Значит, купила себе антибиотики. Вот Лариса мне купила антибиотики. Эритромицин. В общем, вот это от бронха, от бронхита. Вот это вот я буду пить. Это который я доктор приписал. Да, вот будут эти вот антибиотики пить. Как вы мне советуете? А теперь дальше. Кто худеет? Кока-кола. Минеральная вода. Спрайт. Полный набор. Еще одна кока-кола. И фанта. В общем, для худеющих. Вы мне писали. Еще раз, а будет о похудении? Ухожу. А я говорю, не уходите, я кока-колу куплю. Так что, для всех, кто, в общем, желал, прошу, вот, кока-кола есть. Так, это вот, ой, что, песок какой-то еще. Вот я купил, мы купили, короче. Сейчас я вам еще покажу, что мы еще купили. Сейчас. Значит, такой геркулес купили. Финляндия. Да, но он был... У нас в магазине в Сельпо был по акции. Ну, вот мы взяли такие на утро геркулес хорошо заваривать. В общем, есть такой геркулес. Вот. Теперь купили такой чай. Зеленый и черный. Тоже по акции. Тоже по акции. Ну, не в пакетиках, а заваривать. В пакетиках он не очень. Потом еще для худеющих. Что самое необходимое? Это все для худеющих. Шоколад. Кто любит шоколад, а? А ну скажите. Ой, какой вкусный шоколад. Черный и молочный. 3 молочных и, значит, 6 черных. Вкуснятина. В общем, это все в кока-коле. Ну, кстати, кто худеет, можно черный шоколад тоже кушать. Не отказывайте себе. Я вам по секрету скажу, Юлька сегодня съела. Вот, есть открытая. Мы шли, мы этот самый открыли пачку, ну, шоколадки ели. Половинку съели, половинку домой принесли. Так, значит, шоколад я вам показала. Потом дальше, ой, такие хорошие апельсины вкусные. Египетские, кстати. Не Турция, а Египет. Ой, девочки по и мальчики по 24 гривны. Вот. Тоже по акции. Такие классные. Вообще супер. Египетский апельсин, не турецкий, а египетский. Очень вкусный.
Вот, мы тоже купили. Значит, апельсин купили. Вот, Боня проверяет он. Потом дальше мы купили. Это, значит, курица. Вот, Лариса, бедро куриное. Да, бедро она покупала такое вот куриное. Тоже было по акции. Вот, по 55 гривен, да, по-моему? По 55 гривен Лариса взяла такие бедрышки куриные. Там, кините в морозилку. Да, мы их разделим по пакетикам. Это что ты купила? Это Юлины любимые пупочки. А, я люблю вот эти пупки. Так их хорошо обчистить, обделать. Вот, и немножко их так вот потушить. Так, или с кашкой, или так. Не знаю, мне нравится. Ну, вы помните, как Юля любит пупки с яйцами? Боня! Что ты делаешь? В общем, пупки. И дальше. Это... А, косточку от собаки купили. Нету костей. Такие классные кости. Она так любит кости. Вот мы купили вот такую. Вот одна косточка была. Купили одну косточку для собачки. И купили вот такую рыбу. Тоже рыба классная. Вон. Значит, это толстолобик. Вот на 92 гривны. Ну, большая. Без головы и без внутренности. Уже почищена. То есть не надо никак заморачиваться. По 65 гривен. Ну, классно. То есть тебе не надо там чистить ее и... Так, этот конец уже плохой, но весь этот, его, короче... На мусор. На мусор, да. Так, сейчас я вам еще покажу. Значит, ой, надо мне, наверное, кусочек... Сейчас я туалетной бумажки вытру чуть-чуть этот стул, а то он что-то грязный стал вот это. От пакета? От пакета. И дальше покажу, что мы еще купили. Так, это все мусор. Ну, потом все помоем. Так. Значит, что тут дальше? Значит, купила вот такую вот черную редьку. Тоже, как вы мне советовали, с медом. Вот, видите, такая вот черная редька. Вот, две редьки мы взяли. Вот. Потом мой любимый сердолей. Вот, видите, какой большой. Ой, как я люблю. Я же вам уже говорила, как я люблю, как он пахнет. Ой, сердолейка такая. Вот. Купили. Потом, а, еще мы купили. Ой, я люблю тыкву. Вот. Так ее или запекти, или просто даже в суп можно положить. Такую вот небольшую тыкву. Взяли. Купили с Ларисой. Сейчас я еще посмотрю, что мы еще купили. Килограмм сахара мы купили. Потому что на сахар кончился. Не, у нас сахар есть еще. Мы еще купили. Может, нам пригодится. Может, печь еще будем. И купили яблоки. Такие яблоко, хорошее яблоко, кстати, я не знаю, по чем оно. По 7 гривен. По 7 гривен, да. Вот, классное, да? Вот такое яблоко. Не знаю, сейчас я сюда. Вот, яблоко приобрели. Так, пакет чистый. И еще мы купили, короче, яйцо. 6 десятков. 6 десятков мы купили яйцо, но мы его в холодильнике разложим. Такие у нас там есть судочки специально для яиц. Положим его, и вот на утро всегда, ну, мы любим яйца. Юльки, видите, как похудела? Юбка падает. Бачила? Так, мы поэтому посмотрели, хорошее яйцо, свежее. Поэтому мы взяли яйцо. Это я в магазине взяла эту рекламу. На рыбу. Ну или на рыбу, или что-нибудь подлаживать. Так. И вот такое яйцо. О. И вот и все. И больше мы ничего не покупали. Да, Ларис? Да. Все. Вот это вот. Вот эти продукты, все вот такой вот набор продуктов. 2000 гривен мы потратили. Ну, учесть, что корм и корм котам и собаке, песок, это стоит 600
Ну да, ну чисто вот гривен. Это вот корм, да, действительно, это вот 438 гривен, ну 50, ну так в общем 440 гривен. Ну и два песка, то есть учесть, что это вот тоже... Собачий корм. Да, собачий корм для животных. Ну это понятное дело, что у кого есть питомцы, тот обязательно себе должен, правильно? Они же у нас не будут голодать, как Бонечка. Бонечка покушать любит. А она как без корма? Она не может без корма. Вот. И песочек надо. И все учесть, что мы все практически купили по акции. Ну да, и все учесть, что вот это купили, да, действительно, там вот это мясо там, вот апельсинки такое. Да, ну, практически все. Вот. Геркулес этот попробуем какой. Хороший, потом еще возьмем. И все. Вот такой набор продуктов я вам показала. Так что приезжайте, люди добрые. Если у вас еще дороже, приезжайте к нам. У нас в магазинах акции есть. Будете скупляться по акциям. Я не знаю, как насчет работы. С работой у нас туговато в стране. Ну, а с продукты есть. Пока не кончились. Так что посмотрите, поучитесь. Что понравилось, напишите. А что не понравилось, не напишите. Напишите, подходят это вот эти напитки или не подходят для худения. Или, может, я не что-то путаю. Вообще-то мне так советовали. Говорят, пей побольше кока-колы, фанты и спрайта. Но я пока в раздумье. Так что жду ваших откликов. И, как всегда, говорим, чао!